просто на одну клюшку может, могу одеться, да? Конечно, да, конечно. Для... Может, на вторую взять. Вот это. Вот так вот. Я чуть-чуть просто посмотрю. А живот, он повис когда? Вот с какого года, с какого периода? Скажите. Ну, это уже лет... Ой, пять точно. Лет пять точно? Ну, он не такой был, только он вниз стал отвисать. Вот такого не было. Вот сначала чуть-чуть, и потом так это незаметно. И уже я вот смотрю, он все вот больше отвисает, отвисает. А самый большой вес, не помните, какой был? О, где-то 130. Нет, стойте, стойте, я вокруг сам похожу. И сколько вы меня ищете, говорите? Ой, я вас начала искать с конца, в начале декабря, что ли, в конце ноября стали. Регистратуру звонили, не отметили, потом еще звонили, не ответили. А потом уже мне не в моготу, и доча стала везде обзванивать. И попала на реновацию. И он там сказали, вот предварительно, какие анализы, и вот я там все сдала. Потом еще перед отъездом позвонили, не взяли. А потом сюда приехали, вот после реновации, вот два дня там туда-сюда подумаю. Потом в этот центр отправили. Но однозначно, вот Илья Львович, Игорь, он говорит, это к вам надо Георгу Эдуардовичу. И вот и дочь тоже, вот она мне говорит, мама, Бог Троицу любит, вот повезет, вот попадешь к Георгу, дочь. Я тоже в то утро прямо с таким настроением, я же вообще в стрессе была здесь, вот как тоже глубокий впал. Правда, дочь, Бог Троицу любит. Вот точно, вот позвоню, и вот сегодня я, вот примет он меня, попаду я к нему. Говорят, говорю, занят, он занят, но есть мое счастье на свете. И вот с таким настроем вот я пошла. И вот сказали, говорят, ну вот у него там консультация 4 по 4, я говорю, пожалуйста, я так давно его искала. Он говорит, ну по 4, так мы сюда в 12 приехали. 12, катастрофа. Достаточно. Я говорю, дочь, будем сидеть. Ну она уже знает, и поэтому, ой. Все, тяжко стоять. Нет, так, все, молодец.